Thank you.
Thank you.
встречаются два сталкера. Помнишь Васю? Ну, того, который еще хотел летчиком стать. Ну и чё? Ха, да он вчера в трамплин попал. Ну, попал и чё? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. А в чем прикол? Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. У блокпоста перехватили новичка-сталкера. Ну и давай парить. С какой целью вы пытались в нетрезвом виде проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А тот похмельный, голова как бочка, короче, ну, задолбало все, отвечает. Пьяный, да, ну пьяный. Да если б я трезвый был, я б за 5 километров вас, уроды, обошел бы. Да хорош уже, кун. Пошли, как у людей, стопудов.
Короче, анекдот. Приходит новый русский к сталкеру и говорит: «Слышь ты, мне артефакт нужен, золотая рыбка называется. Хочу я все протоны, чтоб на шею носить, как везет радиоактивный». «Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивно, радиопассивно, я ж не в трусы засуну». Я не буду пользоваться по войнам.